motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Эльгейм, летсплей враг, Aliens Isolation. Продолжаем выживать. Мы добрались вот до сюда, и нам нужно попасть вот сюда. Но для того, чтобы попасть сюда, что-то сделать надо с этим. Поэтому мы приперлись вот тут, чтобы вот здесь что-то там посмотреть. Так, я понял, мне их просто нужно перебить. Может быть, у кого-то пропуск есть. Теперь у нас есть пропуск. Так, и куда мы пришли? Мы опять пришли туда, где мы были. Нам нужно пройти дальше, восстановить подачу энергии. Слишком много энергии там. Сейчас мы ее немножко убавим. Теперь возвращаемся обратно. Дверь у нас теперь работает. Здесь у нас лифт. И валим дальше. Лифт спускается в центр подготовки андроидов. Отлично, в центр подготовки, то есть это были просто андроиды, а сейчас будут усовершенствованы, модель версии 2. Подготовлены к чему? К чему они были подготовлены? Центр подготовки андроидов. Что там, Рипли? На этой станции, куда ни плюнь, все неисправно. А, нужно теперь лезть поверх, поливаться, сейчас что-то выскочит. Такое ощущение, как будто мы здесь уже ранее проходили. А есть место, где сохраниться. Смотри, мы опять пришли куда-то. А это на самом деле уже интересно. Пока непонятно, куда мы двигаемся. Как хорошо, что вы живы. Есть загвоздка. Выйти на систему безопасности Аполлом может только андроид Сиксон. Чтобы связаться с Аполлом, мне придется пойти на крайние меры. На какие? Я воспользуюсь камерой реформатирования. Другого пути нет. Это так мужик не работает. Подожди, куда я попал? Зачем я сюда попал? Комната модификации. Это он... Это слишком опасно. Да, я тоже думаю, что чересчур. Ну, поехали. Сэмюэльс, не надо! Сэмюэльс что-то делает. Сэмюэльс, не надо. Внимание, идет соединение с Аполлом. Аполло, чужеродное существо устранено. На станции его больше нет. Людям ничто не угрожает. Требую отменить карантин. Неавторизованное соединение. Рипли, Аполло не принимает меня. Похоже, у нас проблемы. Сэмюэльс! Аполло не дает мне подключиться. Нет, Аманда, вы должны отключить все системы вручную. Скорее! Так, минуту, я посмотрю схему. Красный кабель. 50%. Красный есть. Следующий синий. Давай. Давай, синий. Есть, синий отсоединен. Следующий торчит из розетки в стене. Рядом перевернутая каталка. Есть, нашла! И еще. Теперь по последней, Рипли. Наверное, вот этот. Перегрузка произойдет через... Так, вроде бы у нас что-то получилось. Сэмюэлс. А, так он все-таки андроид. Картинка Пола открыт. Доберетесь до ядра, сможете говорить с Аполло. Вы это для меня? Я хотел, чтобы вы нашли ответы на свои вопросы. Так все-таки не все андроиды были плохими. Сэмюэлс погиб. Черт. Он открыл мне транзит к Аполло. Я иду туда и намерена заставить Аполло снять карантин. Так, ну это уже получается какой-то экшен у нас, да? По коридору дальше идем. Кстати, реально хороший бы шутер получился. Ядро Аполло. Цель обновлена. Изменение потоки электроэнергии на станции. Можно спрятаться в шахтах вентиляции. Так, и где это мы вышли? Добраться до нижнего этажа. Оружие не допускается. Вы что, серьезно? Пожалуйста, положите оружие на ленту. Благодарим вас за понимание. Ну-ну. И куда оно сейчас уйдет? Так. Я нашла кабель, который ведет к ядру Аполло. Это мне поможет. А ты пролезешь? Отключаем электричество. Вдох, выдох, спокойно. 4930. Вроде бы все правильно, и сохранимся. Отключила вентиляторы. Вроде можно лезть. Ты только давай скорее, пока система не перезагрузится. Значит, там подготовка к перерыву. Чем ближе к
ближе ты к Аполлу, тем слабее радиосигнал. Ну, держи за меня кулаки. Я должна попытаться.